вообще зарплата? Хочешь выйти, не выйдет. Всех трогайте. Как звучит песня Рамштайна «Секс и тайна шляпа»? Либо из Крейг. Всем привет. Как обещал, вечером вышел. Вот с супругой сидим. С супругой сидим. Готовы, да, кстати? Готовы. В ресторане. С нами наш друг Михаил Васильевич. Привет. Ребята. Привет, ребята. Хавайте банан с любой стороны. Не-не-не. Это набрал. Вместе с кожурой. А, какая красивая жена пишет. Согласен. Да, я скажу. Жена великолепная. Васильевич хочет сказать. Это прекрасная пара семейная, которой я желаю Божьих благословений и Божьей охраны и Божьего водительства во всем. И самое главное, доченьки. А тут такая, так, такой вообще красивая какая, такие руки. Конечно, красивая такая. Всем хорошего вечера. Скажи, ты не ревнуешь? Не, мы молчим, потому что мы в перископе. Нет, я не ревную. Тебя спрашивали тут неоднократно. Они говорят, в перископе, а мы-то. Вот мы в перископе. Да. Тебя спрашивали неоднократно, не ревнуешь ли ты к тому, что я выхожу часто в перископ? Нет, не ревную. Молодец! Кто там у нас? О, ты в перископе, Поль. Ты пьешь шампанское в перископе. А на заднем плане там у нас... Дети 21 века. Вообще. На заднем плане там у нас Михаил Дворкович с депутатом Золочевским. Ой, что-то обсуждает. Митва не уехал. Ого, говорит, Поля, тебя кто-то тут знает в перископе. Да. Ну, ты спалилась, Поля. Ого, говорит, Поля. Ого, Поля, аккуратнее, смотри, я думаю. Павел, а как вы относитесь к ЕГЭ? Мы не все. Что? Как вы относитесь к ЕГЭ? А ты спроси, какая у меня машина? А какая у вас машина, Павел Игоревич? Да, а что у вас жена зарабатывает? А как вы относитесь к Казахстану? Павел, а чем ваша жена зарабатывает? А как там дело решилось? А как там тут дело решилось? Интересно. Ваша жена работает или нет? Работает ваша жена или нет? Ты можешь туда не смотреть, камера на меня пойдет. Не работает, да. Я не могу. Вот, ну, в принципе... А в каком ресторане вы отмечаете? А в каком ресторане не ваше собачье дело? А то вы приедете к нам в гости, все светите. Что вы отмечаете? Ой, какая-то свинья пишет, что мы напились. Напились? Да, мы напились. Мы, видите, мы вообще пьяные очень. Давай позже перископить сериал смотрю. Ну давай смотри сериал. Ладно, ребята, мы вам желаем доброго вечера. Жена у вас пишет ух. Конечно. Ух, да? Жена у меня. Мы вам желаем доброго вечера. Мне пишет, не уходите. Тут параллельная трансляция. Все, всем хорошего вечера, пока. Дворковичу привет. Михаил Владимирович, тебе передают привет, я просто в перископе, а там уже сексоты знают, что ты тут. Жена казашка, да, еще какая казашка. Жена казашка? И муж мой казах. И муж ее казах. Нас с тобой, Михаил Владимирович, нас с тобой приглашают в караоке. А? Нет. В Москве. Ладно, все, казашка. Всем пока. Да, жена у меня казашка, а я чеченец с грузинскими корнями. И вообще я еврей. Да, я еврей. Йом вылайла, а коль беседер бейрушалаем. Все, пока.
Всем хорошего вечера, любите себя, берегите. Любовь моя, скажи, мы самые лучшие. Мы самые лучшие, и вы самые лучшие, верьте в себя. И вы самые лучшие, верьте в себя.